девушка парню «нет» и еще раз «нет», только после свадьбы. А вот с Серегой и Олегом у тебя же было? Да, но я же за них замуж не собиралась. Утро, завтрак, мама, папа и сын. Сын говорит: «Мам, отгадай, о чем постоянно думает женщина? Слово из трех букв». Мать шлеп сыну подзатыльник. Сын плачет: «Это дом». Муж разворачивается, шлеп жене подзатыльник. «О доме, дура, нужно думать, о доме». Дочка, тебе уже 14 лет, ты идешь на вечеринку, так что вот тебе презервативы. Нужно будет еще, спрашивай, не стесняйся. Мам, мне же всего 14. Да, но мне-то 28. Жена водителя маршрутки в постели кричит громко, четко и заранее. Хорошие мужья не делают замечаний жене, не так забивающей гвоздь. Страшная баба, морда кирпичом, заходит в торговый центр с двумя сыновьями, глядя на всех, как Ленин на буржуазию, и шпыняя детишек по малейшему поводу. Продавщица обращается к ней: «Здравствуйте, добро пожаловать. Какие хорошенькие ребятишки, двойняшки. Что за хрень ты поришь, легкомысленная? Одному 9 лет, другому 7. Ты слепая или просто идиотка?» «Да нет, ни то, ни другое. Просто я не могла поверить, что кто-то отважился трахнуть вас аж 2 раза. Приходит жена с работы, тащит с собой литр. Муж радостно: «Опа! Сейчас и поужинаем?» «Нет, пусть стоит. Может, мы куда пойдем, может, к нам кто придет». Ну, муж и утерся. Вечером ложатся они спать. Ну, жена его член начала руками наминать. Жена и говорит: «Ну что, давай?» «Не надо, не трогай. Может, я куда пойду, может, ко мне кто придет». Мужик домой с работы поздно приходит, на столе записка. Дети спать уложены, белье постирала и развесила, котлеты в холодильнике, разогрей и поешь. Будешь трахать — не буди. Играют дети в лагере. Вожатая задает вопрос: «Самое неожиданное для тебя место для пирсинга у девушки?» Дети отвечают: «Шея, копчик, пятка». Вовочка тихо говорит: «Самое неожиданное место для пирсинга у девушки – это член». Идет девушка ночью по парку. Темно, страшно, аж жуть. Вдруг навстречу из кустов выбегает мужик с ножом в маске и говорит: «А ну бегом, делай мне минет!» Девушка с перепугу все сделала. Мужик снимает маску и говорит: «Ну вот, Галя, а дома, значит, мы не можем, дома нас тошнит».